Всех приветствую, всем добрый день, бокер тов. Шалом, шалом, мои дорогие друзья. С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Во времена первого храма было два очень великих мудреца. Шамай и Гилель. Шамай отличался своей строгостью. Он всегда нес свет и честь Торы. Он был очень человеком строгим, который запрещал, устражался. И был Гилель, который более лояльно к этому относился, который на многие вопросы говорил, да, это можно. И у них были постоянные споры. И вот однажды к Шамаю пришел нееврей, говорит, здравствуйте, я хочу стать евреем. Пожалуйста, расскажите мне весь смысл вашей Торы, пока я стою на одной ноге. Шамай разгневался, он схватил деревянную линейку, говорит, уходи отсюда, просто выйди. И прогнал его, он говорит, ну что это такое, он начал говорить. Великая Тора, ее люди учат всю свою жизнь, он хочет, чтобы я ему рассказал за одну минуту, пока он там стоит на ноге, ну извините, нам такого не нужно. Все, был недоволен. Потом этот же человек пришел к Гилелю, говорит, здравствуйте, хочу стать евреем, хочу приблизиться к вашей Торе, пожалуйста, расскажите мне весь смысл Торы, пока я стою на одной ноге, изложите. Гилель говорит, хорошо, я исполнил твою просьбу. Он встал, Гилель говорит, весь смысл Торы заключается в том, что не делай другому человеку того, что себе не пожелаешь. Он говорит, и все? Он говорит, да, только тебе нужно поучиться, чтобы понимать многие детали, как соблюдать, как правильно кашировать и многие мелкие детали. Но весь смысл Торы заключается в этой фразе. Не делай того чужому человеку, чего себе не пожелаешь. И прошло какое-то определенное количество времени. Этот человек стал праведным евреем, большим хасидом. И мы с вами в данный момент идем по Гилелю, потому что Гилель был краток, он приближал евреев к Торе, и его лояльность очень сильно нам помогла. Шамай, безусловно, был величайшим мудрецом в истории, но не всегда строгость, какая-то злоба, резкость может привести к чему-то хорошему. Поэтому давайте мы тоже будем с вами как Гилель, лояльными, добрыми, аккуратными. И будем тоже приближать евреев к Торе. Браха вецлаха, шаббат шалом. Всем хорошего дня.